Что это было? Похоже, брат не узнал нас. Вот и вы, наконец, пришли в себя. Давай, помучай их. Только не убивай слишком быстро. Я не могу сражаться с ним. Боюсь, это уже не наш брат. Если мы не будем сражаться, то нас просто убьют. Прости, брат. Видимо, ты действительно уже мертв. Быть хорошим и спасаешь невинные жизни. Yeah.
Нужно поддерживать их во время боя, подвозить боеприпасы. И нужно производить починку прямо во время боя, насколько это возможно. Надо, чтобы они выстояли. Так точно. Будем делать все, что в наших силах. Быстрее, быстрее! Выдержите лист, а я привариваю! Думаешь, успеем? Я 100 раз так делал. Это бессмысленно! Нужно варить изнутри! Черт, раты сбили гуслю. Нужно чинить. Стойте! Я сейчас сделаю. Только мне нужно 2 помощника. Начнем по моей команде. Пошли, пошли, пошли! Товарищ Сталин, напор атакующих очень сильный. К ним приходят все новые и новые силы. Рата и Франкенштейн так долго не продержатся. Немцы бросают все новые силы через пролом и поднимаются на стены при помощи подъемных механизмов. Да, если бы нам удалось хотя бы остановить постоянное прибытие новых сил, думаю, Рата и Франкенштейн смогли бы выстоять. Все, кто остался в крепости, пусть поднимаются с нижних этажей на поверхность и отправляются на ликвидацию пролома в стене. И пусть уничтожат подъемные механизмы. Так точно. Нужно ликвидировать как-то пролом в стене. У нас очень мало времени. Можно заминировать боковые стены и подорвать их,
Но нужно, чтобы заряд был не сильно большой, чтобы обвалить стены, а не увеличить пролом. Действуйте. Выдержим долго. Нас теснят. Секундочку. Скоро закончим. Готово. Отступаем. В укрытие. По нам начинает работать артиллерия. Ну, вы, опа, быстро остановились. Тише, тише. Пускай разбираются между собой. Я никогда не любил Дору. Не хочу, чтобы она мешала мне в битве с Левиафаном. Thank you.
этого пса меня очень заинтересовал. Они завалили пролом в стене. Немедленно разобрать завал. Пролом завален. Подъемные башни уничтожены. Задание выполнено. Отлично. Немцы без подкрепления значительно снизили свою активность. В коридорных боях сейчас затишье. Это хорошо. Но чем быстрее мы зачистим коридоры и уничтожим всех немцев в крепости, тем будет лучше. Так точно, товарищ Сталин. Но Рат и Франкенштейн потрепаны. Думаю, лучше им дать отдых, подлатать их и пополнить снаряды. Пусть отдыхают. У нас есть и другие бойцы, которые хорошо себя проявили на предыдущем задании. Пусть они и выполнят это. Будет выполнено. Товарищ Сталин приказал зачистить коридоры без помощи Рата и Франкенштейна. Но там еще достаточно немцев. Без их мощи нам будет трудно уничтожить противника. Нужна какая-то помощь. А те два немца, которые дезертировали, их можно запустить в немецкие ряды, и они проведут там диверсии. Точно, так и надо сделать. Кто это? Отвлеки их. Ребята, нужна кому-нибудь помощь? А что ты умеешь? Вот у меня тут попытание серьезное. Можешь что-то с этим сделать? Что-то не очень помогает. Надо просто подождать. Надо еще расставить маячки в тех местах, где находятся группы танков, чтобы было проще вести огонь при зачистке. Да, я помню. Вы
видели, сколько советов еще в крепости? Нет, их шафрата немного осталось. Их там тьма, просто орда. Они поедут по нам и не заметят. Ужас, нужно спасаться. Нас же сте заблокировали. Мы все умрем. Что нам теперь-то делать? Стреляйте! Мы сдаемся! Они прорвались в крепость. Нужно прятаться. Видел, вы туда заехали. Что нам делать, если они пробьют шлюз? Боюсь, нам конец. Похоже, мы на складе, и пространство тут не такое маленькое. Давайте осмотримся, может, найдем где спрятаться. Тут прятаться точно не будем. Сколько тут всякого добра, и пушки, и броня, и ракеты. Что это было? Нужно выйти отсюда, посмотреть. Не работает. Что-то сломалось. Где мы? На каком-то складе. Нам не выйти отсюда. Дверь заклинила. Мы можем попробовать ее выбить. Нет. Там, скорее всего, немцы. Я вижу тут много вооружения. Может, попробуем усилиться и выйти в коридор? Давайте попробуем. Не сидеть же здесь теперь вечно. Но мы сами себе не сможем сделать улучшение. Но я же не механик. Ничего, просто мне будешь помогать. Давайте попробуем. Thank you.
готовы? Поехали! Мы думали, тут немцы. Мы уже всех зачистили. Ну, хорошо. Что тут у нас? Мы обнаружили наших товарищей. Они были заблокированы на складе. У нас есть очень важная информация. У меня очень мало времени. Можно вкратце? На нижних этажах крепости Левиафан и наш брат. Этого не может быть. Какой Левиафан? Какой ваш брат? КВ-6 уничтожен. Да, мы тоже так думали. Но это уже не наш брат. Левиафан возродил его и наделил черной ненавистью. Час от часу не легче. Мы теперь между молотом и наковальней. С одной стороны немцы, с другой Левиафан и КВ-6. Нужно доложить товарищу Сталину. Жаль, что она проиграла. Откуда у него мой камень? Нужно как-то отсюда выбираться.
Посмотрим, что там происходит у моего брата. Нам нужно отсюда выбираться. Разбери завалы и выбей заваренные шлюзы. Молоко и печеньки. Это же кодовое слово. Ты почему меня не слушался? Приказываю тебе расчистить завал в стене и пробиться в коридоре крепости. Выполняй. Вижу приближающуюся машину. Как слышно? Прием. Всем защитникам крепости перебросить силы вместо пролома и вести огонь по вражеской машине. Артиллерия, поддержать огнем гибрида. Начать обстрел стен. Отступаем! В каком состоянии Франкенштейн и Ратте? Они полностью починены и готовы вступить в бой. Отлично. Пусть выдвигаются.